Весна, да? Ага. Да. Льется как здорово. О, Леха, забирай эту курицу себе. На, это наша своя. На полгода. Мы тебе в аренду отдали. Моя ночью, наверное, у тебя, я так понимаю. Больше, да. Больше нигде и ночевать. Можно уже так и быть. А весной приеду? Весной приедешь, заберешь. Твои же курочки приносили доход, Никите. Сейчас она пускай приносит. Свое, с избытком, да? Весной я скажу, Никита, вот та курица, которую ты мне давал. Я знал, что ты человек злой. Да? Ах ты! Одну верну. Забираешь там, где не сеял. Да. Возьми, это твое. Посмотрите, снизу покажу. Вот этот замочек, он просто держит, обязательно его вешает, он без ключа. Я не знаю, куда ключ делает. Две задвижки, вот такой гвоздик. Все, поднимайся. Кроме. Теперь воры увидят. Они не назад, они лежат назад и потеряют. Раз, два, три, четыре, пять еще банок. Это мы тебе спускаем и заряжаем. А вот рядом колодец. На качалах и все. Это сосуды с едой. Вот оно. Вот, это банки. Называется. Закрывай. Вот это все забитое пшеницей. Кроме того, пшеницей там три бочки. И кроме того, одна на картонном, бочка здесь, на это целый ларь, как называют у нас там это, тестомес, и один там, где на этой. То есть, и вот висят по два мешка под этих. То есть едой обеспечены. Между гнездышков они сидят где. Просто посмотреть. Мелочи. Сколько их? Маленький-то загнулся. Он видишь, он полуживой. Из гнезда вылез, а он уже не живой, считай. Родители бросили их поздно. Вон они выглядывают. Они их не кормят. Ну я их не трогаю, сами здесь они. Их нельзя ничего делать. Вот они. Ну сколько их, я не знаю, примерно 25 белых и 5 диких. Как эта порода называется? И главное, вот маленькие не летят, вот так вот и переворачиваются. Им негде учиться. А там ястреб. До первых морозов их нельзя выпускать. Таскаете, каждый день таскает по нему. А ястреб что, он улетает куда-то или что? Улетает. Зимой его не будет, сова остается. А ястреб сейчас летует. Все. Птицы улетели, а он вывелся где-то здесь рядом. Ему тоже жить надо. Вот это все. Видишь, они на чем стоят? Здесь. Поэтому не ходить. Понятно, провалишься. Провалишься. У них не доски набиты, они на бруски сделали и зашлепали и все. Вот он. Что-то он там застрял. Это моя вина тут. Вот это нигде бросать нельзя здесь. А здесь это видно, вот мышь от этого оторвалось. Ну, от веревочки. Ну, ему надо сейчас отковыривать вот эти от ног. Они мертвые держатся. Они очень тяжело отрываются. Их нельзя тянуть, ты ноги-то оторвешь. Миленький ты мой. Вот так вот поздние браки. Такой, на, подержи его. Перепрокинуть. Хорошо, что зашли. Каждый день надо смотреть. Вот она. Видишь, что нацеплял. А теперь на ногах, видишь, он цепляться-то не может. Надо вот так вот держать, и они твердые-твердые помет. Теперь он может будет цепляться, ножки, вот она, видишь, коготок. А здесь они все, вот они в этих, в помете.
Вот он, теперь я так второй. Вот. Теперь вот это вот убрать. Что у него на ногах? Так, ну-ка на, держи. Потом выбросим туда на улицу. Вот она, гляди она. Видишь, какая? У него не действующая. Он, может, потому и выпал из гнезда, что ему сыпиться-то нечем. Коготков нету. Родитель нечистоплотный. У меня одна так застыла. Я ее залез, и эти сосульки на ней висят, и сосульки в рот брал и растаивал, а потом на груди ее просушил. И она выздоровела. Сосульки на груди вот так вот брал и сосал их, выплевывал. Угу. Вот она, гляди. Она очень крепкая. На, держи. Не бро... Вот поэтому надо смотреть. Видишь, ножку освободили. И эта ножка освобождена, и эта. Все, ножки освобождены. Тут что-то еще. Да, это так. Ну и куда ее теперь? Никуда, я его отпускаю. А он где-то, родители могут еще и покормить его. А тут надо просмотреть везде. Вот он. Он утром еще он ходил. А тут упал. Если бы сейчас не проверили, все, к утру он застынет. Они его накормить не могут. Если он зацепился, они его боятся. Посмотри, вот пшеница. И вот мыши тут не могут попасть. И вот корыто тоже потихоньку. Там водяной не задеть доски. Воду наливают. Примерно за два пальца доверху не надо наливать, иначе на мину польется. Чтобы проверить, надо вот это вот поднять. Вот она. Все. Этого достаточно. Камень лежит, иначе они сдвинут. Так же история там. Два тазика. И воду на сколько? Ну, я подливаю каждый день. А. Не доливать, хотя пальца дальше она падает туда, и там штукатурка, все вывалится. Вот. Видишь, сколько гнезд сделано, все замазали. Посмотри эту. Это, пройди и глянь в корыто. Я смотрел. Смотрел? Да. Вот здесь иногда так вот рукой проведешь, а они отправлялись, и там эти, ну, лежат свежие. Ну, выбросил их всего. Больше ничего нету. Никакой. Вот там у меня, видишь, вот постель, кресло. Угу. Я там отдыхаю. Если желаете, тоже можете посидеть. Там, вон, нам видно, нет? Видно. Ага, да. И там сиденье. Сиденье так, ну, на этом, на доске просто. Угу. А вот это вот, здесь... Соль. А здесь вот это вот песок, глина, песок крупнозернистый. Ну и им это необходимо для жизни. Вот так вот маленько посыпьте, все. Чтобы они соль ели? А, да. А в организме кровь, без соли-то нету. Вот и все, смотри, как они сидят. И вот такие вот у них дикари, но у них эти шиненчики есть. А у одного только нет, вот такой сизый, 5 штук. И этих примерно белых 25, и то 30, наверное, есть голубей. Примерно. Почему? Да потому что каждый день тут. Вон он тоже сидит, надулся. Угу. Он может замерзнуть. А замерзнуть это... Крылышки там где-то обтеребил маленько, собакам дал или кошкам. Мы шарика отдаем Вите. И они голуби что? Додумались. Вот, это голуби отодрали бумагу, потом здесь, вот они, пшеница-то на виду. И они ее теребят, мешки в дребезги разносят. Раньше как-то так не было, а сейчас что-то они стали так, вот они. Видишь, сколько? Ну, посчитай. Да ты не узнаешь, вот на двери сколько сидит. Ну да, они перелетают еще туда-сюда. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А вот туда можно сейчас вот перелетят, и там можно пересчитать. Вот отсюда смотри, там где-то дотянется. Нет, не пересчитаем. Ну и себя спрашивают, какая вот забота, а какая вам польза? Какая? Это душа. Люди садят цветы. Хобби, может быть, или что-то, да. Да, тут никакой пользы нет. Ну, когда лишнее, их колешь, и как курицы. Все. Ладно. Значит, нужно, чтобы Витя тут наблюдал еще, Исааки. Когда уезжаешь, чтобы было. Ну, Роман, держи.
А ты спрашивай, Леша. Да, я буду спрашивать. Скажи, как там с голубями? Все нормально? Кошка батюшкина тут ела голубей. Штук 20 или 25 съела. Кучу пера нашел. Он говорит, всю зиму, говорит, где-то бывает, говорит, придет такая сытая, гладкая. Все, залазь, я закрывать буду. Смотри, у нас сваи-то еще остались. Вот Нарышковский пруд, туда надо маленькие такие, совсем маленькие. Что там, брат? На них гвоздь прибил, да? Почему? Не, надо вечная. Ладно, поехали, рикша. Мы поехали за велосипедами. Поехали с нами. Поехали. Как вода бежит. Ой-ой-ой. Самый ответственный момент, когда снега нет, и застыло. Это смерть. Вода есть. Приходить с чайником горячей воды. Вот садика там это. А из садика это воду потом надо будет выбросить, когда застывать будет, иначе она лопнет. И горячей воды подливаешь, а по шорту буквально через полминуты она холодная делается. Да. У меня так.